Да просто так. Картинка такая. Вышестоящая инстанция. Ну да. Да. Ну, значит, мне повезло. Тебе не повезло. Тебе только не повезло. Тебе не повезло в том, что трубку не взяли, а в остальном все нормально. Ну да. Там специально трубку не брали. Ну да, ты все время тут жалуешься, жалуешься. Ну вот. Надо быть благодарным за то, что имеем. Да он снимает Феньку с малышами играет. Пытался их тут поснимать на этот, ну, с этим, с гусем-то, с деревянным. И она тут приперлась, вот сейчас играет. Вот сейчас болтаю, надо будет потом музыку включать. Ну, не знаю, что они бывают. Ну, эти-то не гавкают, а вообще-то щенки-то и пищат, и лают, и все. В общем-то, интересно. И их послушать, а не музыку. Что музыка-то? А что нам позвонил? Кто ходил? В обход, что ли? Ну, да. Ну, ты вспомнил. Помни, что звонит. Интересно же. Раз звоню, вот что-то срочно, наверное. Не просто так. Потому что если не срочно, то вы и так увидите. Mm-hmm.